Привет, друзья! Вы на канале Крипто Даша, и сегодня в обзоре у нас, как всегда, новый интересный проект. Сегодня я познакомлю вас с проектом Safe Data Pass. Safe Data Pass – это проверенный в цепочке протокол, который предоставляет безопасные услуги передачи данных для экосистемы Binance Smart Chain. Safe Data Pass – это надежный способ децентрализованной информации. Как же все это работает? Safe Data Pass – это протокол проверки в сети, поддерживаемый Binance Smart Chain. Он предоставляет надежные данные вне сети, эффективно и без доверия. Safe Data Pass построен как парачейн для связи с экосистемой Binance Smart Chain и обмена консенсусом по безопасности. Это масштабируемая сеть, которая предоставляет децентрализованные сервисы данных для экосистемы Binance Smart Chain и ее парачейнов. Они создали протокол, которому можно доверять. Какие же функции предлагает нам данный проект и как его можно использовать по максимуму? Во-первых, децентрализованные финансы. Safe Data Pass предоставляет точные и надежные данные вне сети в реальном времени для таких случаев использования DeFi, как децентрализованные стабильные монеты, AMM, кредитование, страхование и производные финансовые инструменты. Он предоставляет удобную, готовую, стабильную инфраструктуру для разработки проектов DeFi. Далее это децентрализованная идентификация. Децентрализованные решения для идентификации обеспечивают безопасные, контролируемые и переносимые цифровые удостоверения и предлагают универсальные решения для поставщиков кошельков, поставщиков верификации, разработчиков DApp и поставщиков инфраструктуры. Далее это интернет вещей. Параметры данных, собираемые устройствами IoT, могут использоваться для запуска смарт-контрактов и создания новых бизнес-моделей в цепочках поставок, подтверждения личности в индустрии умного дома и многого другого. Протокол Safe Data Pass может работать как безопасное промежуточное ПО между этими устройствами IoT и блокчейном. Он может проверять данные, поступающие с устройства IoT, перед их доставкой в блокчейн. Далее это прогнозирование рынка и также игры и NFT. Здесь протокол Safe Data Pass может обеспечивать проверяемую случайность цепочки, которая может использоваться для создания непредсказуемых сценариев игрового процесса в играх с цепочкой блоков или для включения чеканки NFT. У проекта есть свой токен SDP. Что касается токеномики, то распределение происходит следующим образом. На команду идет 11%, награды и гранты 8%, на маркетинг идет 15%, фонд 14%, ранняя экосистема 26%, пул ликвидности 3% и на продажу токенов выделено 23%. На сайте проекта также есть дорожная карта, где можно посмотреть все планы и мероприятия проекта, которые будут проходить. Еще одна отличная новость, что у них будет пресейл в конце июля, и на этой неделе стартует airdrop. Чтобы быть в курсе всех актуальных новостей и не пропустить airdrop, у проекта есть сообщество в Telegram, Twitter и Medium. Присоединившись, вы не упустите свою удачу. Всю подробную информацию я оставлю в описании под видео. Можно познакомиться с проектом лично. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал и увидимся в следующем видео. Всем пока!